Максим. Да. А это сейчас были осознанные движения? Это разминка, импровизация. Меня зовут Максим, мой родной город Владивосток. Я знаю, что накануне вы расстались с девушкой. О, да, было такое. Ваше участие в проекте – это то, что вы хотите показать девушке, какой вы крутой? Ни в коем случае ничего не хочу доказывать. Я здесь, потому что я здесь. А почему вы расстались? Скорее всего, расстояние – это очень сложно. Мы были достаточно далеко друг от друга. А когда она вас увидит в нашем шоу и вдруг все осознает, прочувствует ваш танец, скажите, у нее есть шансы? Общаться? Конечно. Встречаться? Общаться. Мы желаем вам удачи, болеем за вас, чтобы все было хорошо. Спасибо вам большое. Безумно приятно. Многократный лауреат и обладатель гран-при международных и всероссийских конкурсов. Балетмейстер-постановщик Максим Павлов. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Максим, я из города Владивосток. Обалдеть. Ого. То есть вы прилетели специально ради проекта сюда? Да, конечно. Это классное было выступление. Спасибо, что прилетели. А сколько вы танцуете? Уже 17 лет. Во. А сколько же вам лет? 23 года. Ой! Это с когда же вы вообще вот таким начали танцевать? У меня мама руководитель коллектива во Владивостоке. Ага. И не особо не с кем было сидеть. Мама делала коврик, и я вон там что-то делал. И все. Так все пошло, поехало, и теперь я здесь нахожусь. А чем вы занимаетесь во Владивостоке? Вы танцуете в коллективе? У меня есть команда, называется The Pride. А это у вас настоящая тату или да, это одежда? Да, конечно, такая? Настоящая. Я видела, у вас и ноги, да, там? И ноги, да. Ну что, я, например, в восторге. А я, например, тоже. Посмотрим кульминацию. Кстати, давайте, да, посмотрим тот самый момент. Это не так получилось, как вы задумали? Ровнее должно было быть. Полетел неплохо. Могу повторить. Повтори. Окей. Поровней. Ну, поровнее, да, да. А какая у вас перспектива, да? Планка. Наверное, быть счастливым в первую очередь. А те люди, кто рядом сейчас со мной, это те ребята, кого я очень долго искал. Потому что они абсолютно разные. У меня две афроамериканки в команде, одна немка, девушка из Казахстана. Они абсолютно разные, но они настолько все едины, интересны, что дают мне повод для того, чтобы жить, развиваться, радоваться, приходить обратно. Слушайте, вы неплохо устроились. Вы один там, вы мужчина? Нормально вообще? Гарем себе устроил? Чуть-чуть. Конечно, у вас хорошее настроение. И прыгаете так, оп, оп, оп.
Ну что? Я говорю, да. Мне очень понравилось. И я говорю, да. Эй, спасибо. Поздравляем. Ох уж эти жюри, интриганты. Плачу. Я бы его к себе в балет бы сразу бы, сейчас бы забрала бы. Со всей его командой, со всей американцами. Конечно, просто готовые ребята. Готовые, да. Я, во-первых, хотел тебе сказать, что моя рука и твой профессионализм творят чудеса. Я все-таки в слезах. Я хотела бы сказать, Максим, что после этого номера, я думаю, твоя девушка точно пожалеет, что она недальновидная. Я думаю, она пожалеет после этого. А это? Хорош, хорош. Что уж тут скажешь?